кофе, брат. Я Саски. Йоу, приходите на концерт Маушева и Пятерки в вашем городе. Ссылка в описании. Итак, шкребочки, сейчас я проверяю, работает ли у меня ссылка. Да, все работает, все выпустилось. Почему-то на все дали ешку, кроме последнего, хотя первая не должна быть. Ну чё, к первому готовы? Первый трек альбома «Головоломка» называется «Спасибо, босс». Это гимн начала стрима. Благодарны мне за стримы, но не знаете половины всего, что я создал. Море, горы и равнины, сиськи, пенисы, вагины, луну, солнце и звезды. Я придумал чё в коне, и кататься на коне, и вообще самих коней. Благодарны все цыгане, кэшбэки и бонусы, под мышками волосы, пранки и перформансы, пердёж и рыганье. Всё, что вы любите, было мною создано. Всё, что вы гуглите, в режиме инкогнито. Не веришь, хотя бы скажи спасибо для начала за то, что твоя мамка вообще тебя зачала. Спасибо, вам. Я создал мир с нуля. Спасибо, вам. Небо, вот земля. Спасибо, все, что хотите, нате. Инвестируй мне в донаты. Спасибо, я создал мир с нуля. Спасибо, вот небо, вот земля. Спасибо, все, что хотите, нате. Инвестируй мне в донаты. Мир будто мной нарисованный, готов дарить радости всегда. И то, что ты такой особенный, не стоит благодарности или да. Удивляюсь, как мой мозг напридумывал столько. А знаете, в чем парадокс? Это вы создали пятерку. Спасибо, я создал мир с нуля. Спасибо, вот небо, вот земля. Спасибо, все, что хотите, нате. Инвестируй мне в донат. Вот земля. Спасибо, все, что хотите, нате. Спасибо, инвестируй мне в донаты. Так называемый трек первый. Пожалуйста, оценки по шкале РЗТ. О, да. 30 мяса. Надеюсь, хотя бы на 30 мяса. Вот такой трек, так называемый. Вот, это первый, так называемый, да, вот трек. Дальше давайте следующий. Так, следующий трек, вы его слышали, вы с него кайф имели в ТикТоке, снимаете под него нахуй охуенно, и еще заебоксный визуал, естественно, был сделан еще и под этот трек. Так называемый трек «Фу, бля». Так и называется, кстати. Фу, бля. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улицы — продолжение сточных каналов. А каналы заполнены бедностью. И когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Фу, бля, фу, бля, фу, бля, фу, бля. Мои опы не знают валюты, кроме рубля. Фу, бля, фу, бля, фу. Для них выход из бедности — это пи-бля. Не трогаю монеты, от них воняет нищетой. Я езжу на карете, бедняки бегут за мной. Протягивают лапу и ждут горд златы. Подтягиваю латы, ценой как им зарплата. Бедные хавают хлеб и батон, так экономнее, и мне не жаль. На свалку трусы Луи Виттон. Бомжи, они яйца мне жали. У тебя и заначка под стельками в кроксах. Я не могу выбрать тачку. Езжу на автобусе. Пока на работе потел, я уже даже запел. Живешь от ЗП до ЗП. Я от ЗПП, это за меня спорит. Фу, бля, фу, бля, фу, бля, фу, бля. Мои опы не знают валюты, кроме рубля. Фу, бля, фу, бля, фу, бля, фу, бля. Для них выход из бедности — это пи-бля. У вас нет
нет монет. У меня тоже. Я грибу их лопатой. Мусор. Потерял кошелек в бедной стране. Твоей. Она стала богатой. Твоя жизнь сплошная печаль. Ла. У тебя дырявый карман. Я оставил официанта на чай. Он купил себе ресторан. Там было алмазы, добывая алмазы. Тебе нет умазы, развозишь заказы. Я после нищих 5 раз мою руки. Если при встрече просто махну. Дам деньги на землю. Словно хлеб крошу голубям. Не выкупаешь такое веселье. Богатая жизнь не для тебя. Фу, бля, фу, бля, фу, бля, фу, бля. Мои опы не знают валюты, кроме рубля. Фу, бля, фу, бля, фу, бля, фу, бля. Для них выход из бедности — это пи-бля. Ебать, сука, это хитяра. Ебаный хит. Оценка фубля из 90. Вот. Вот. Ну, есть там, разъебывайтесь, да, хайпуйте. Big Russian Boss, так называемый. Хайпологи. Ебать, я разъебался сам на одышке, блин. Вот, дальше шкребочки. Трек вот этот вот по порядочку. Сейчас все тоже опубликую вам. Переходим к чему-то грустненькому, возможно, осмысленному, чему-то, как это, переформатированию, рефлексии у себя же. Вот бы не теневой бан, вот бы не теневой бан, вот бы не теневой бан, блядь. Вот бы люди могли найти бы эти треки, пожалуйста, блядь. Оцените, да, то есть, да, тоже картинку. Угу. Что если лучше не будет? Откуда эта мания? Да не понимаю я, точно не генетика. Как ни странно, вроде как, это не про эротику, это про эстетику. Хочешь — критикуй, а я на своем веку прожил несколько секунд, изменивших жизнь мою. Я себя не узнаю, или себя не знал, был юн. В дофаминовом раю ощущаю власть свою. Моя воля заменила им смелость. Один парень сразу с 3 девами. Я говорил им, что надо делать. В прошлый раз было так круто. Лучше никогда не будет. Я познал все грани блуда. Лучше никогда не будет. Скажите больным людям, ну а если я люблю, так к черту ваши предрассудки. Лучше никогда не будет. Помню посиделки нищие, а потом первый кап подписчиков. Да как вышло, так я не понял. Мне ту радость не пережить снова. У меня не укладывалось в голове. Первый концерт, 150 человек. Они ловят мой взгляд, кричат слово каждое. Мне не словить тех первых мурашек. Отбросив все сомнения, повышаю планку чаще. Моя жажда впечатлений мне не приносит счастья, а счастье только палит, терзает мою душу. Безумно грустно представить, мне не будет лучше. В прошлый раз было так круто. Лучше никогда не будет. Я познал все грани блуда. Лучше никогда не будет. Скажите больным людям, ну а если я люблю, так к черту ваши предрассудки. Лучше никогда не будет. Блять, еще сзади запильчики такие гитарные, ебанутые, охуенные. Вообще разъебало, реальный жесткий топ. Жесткое мясо. Жесткое 30 мяса, блять. Спасибо, Игорь написал, поздравляю тебя с выходом альбома. Спасибо, спасибо. О, Игорь. Так, шкребочки, дальше, да, вы хотите дальше? Так, Макс Крипки. Следующий трек «Было лучше» называется. Опять скачки громкости. Это из-за моей аудиокарты. Вы все равно нормально все услышите. Это из-за... Это еще из-за того, что я сижу, ору и подпеваю там. Вот. Для кого-то скучный, за
еще ребенок, чему дети учат. Раньше было лучше, раньше было лучше, раньше было лучше. Я помню, как узнал о тебе. Ты звезда теперь, а тогда никто не знал, хоть убей. Это нынче ты плейбой, а мы все плебей. Когда новый сезон, забыл про СП. Забылой респект, сейчас все на спех. Ради успех, шкурам на смех. Кривляешься, гоблин, ради чего, блин? Чтоб очередной школьник поров. Заебал менять прически, цвет волос. Зумеркам не понять, я на тебе рос. То зеленый, то красный, уже перебор. Ты не человек, а светофор. Стал красавчиком, ты похудел. А когда ты был жирным, я верил тебе. Разговоры о жизни, реальные истории. Сука, ты годами вещал на повторе. Откуда взять новые? Ты сраный домосетап за фастфуда и снеков. Ты опять потолстел. Все твое дерьмо на люди вынесут. Разоблачение Игорь Иникса. Покупаешь бренд только из-за лейбла. Сколько детей ты подсадил на вейпы? А сейчас сам не куришь и не пьешь флэш. Ты мер говноед. Сам себе съешь. Для кого-то громкий, для кого-то скучный. Сам еще ребенок, чему дети учат. Раньше было лучше, раньше было лучше. Раньше было лучше. А точно это наш Кирилл? У штор тогда был цвет оранжевым. Ковер и флер домашний нам подменил баш на баш. Ты мир с иконами и лего-башнями. RGB-шка, фу. Штиль корсара с компорту. Дверь ты выбрал, но не ту. Присмыкаешься меньшинству. Я думал, несешь свой крест, а сейчас все пресно. Где твой протест? Когда-то добыл Гефест, а теперь опездал. Ест совесть или не ест? Скажи честно. Помню тот самый ультрачил Геленджике. Ты, конечно, царь, но остался никем. Ловишь звезду, но нет друзей верных. Не селеба, а селю. Ростовской деревне. Побил искренне. Сейчас наиграно. Школьники выросли. Ты деградировал. У тебя хламидия, лимузин, бугатти. Не стыдно было дарить такую машину в пати. В погоне за цифрами готов устраивать цирк, хамить. Но рано или поздно закончится внимание, и ты сдохнешь перед камерами. Значит, тут интересный факт. Я точно не помню. Возможно, даже я смогу просто название трека скопировать, и у меня все получится. Короче, этот трек из ваших комментариев сделан. Я однажды сделал пост ВКонтакте. Я написал, типа, напишите, что вам раньше вам не нравилось. И, типа... А, ну вот оно, да, зацените. Вот. Дорогие алды, напишите в комментах и полайкайте вещи, которые, по которым вы скучаете, и которые вызывают у вас ностальгию, которые раньше было лучше, 2 июля. Вот. И, собственно, из ваших комментов я вот, взял вот эти вот заявления. Самое интересное, если вслушаетесь, потом перепрочитаете текст и все такое, то там в одной строчке некоторые вещи противоречат друг другу. То есть одна вещь для кого-то раньше была лучше, а другие, для других есть что-то охуенное. Да, вот такая вот чеховское ружье, но там посмотрите сами, да, и нормально. Вот. Ну там типа для кого-то, блядь, когда ты толстый был, для кого-то заебись, когда ты худой был. Ты заебал прически, о, блин, когда у тебя синие волосы были, ты такой был заебись. Вот, тут такая вот интересная темка. Ну и последний трек для так называемого офа стрима. Все, ластовый страх. Так называемый страх. Scary, scary, spooky, scary skeletons, блин. Я боюсь тебе признаться в любви безмерной. В этих страхах я признаться себе боюсь. А сказать тебе в глаза не нахожу я смелость. Вот поэтому теперь на весь мир пою. Я стою у микрофона, глаза уже влажные. И не верил, что исполню сам припев. Мам, когда тебя не станет, мне представить страшно, как она так зазвучит. Сыночка, я в Сан-Тропе. Не забудь о самом главном. Загадай желание, задувая свечки. Но наше время безвозвратно. Одноразовые человечки. Мы боимся и любим, мечтаем о чуде. Поздно понимаем, все на свете не успеть. Все мы люди, все там будем.
встретимся в Сан-Тропе. Верю в Бога я или не верю, с ним как будто легче понести потери. С этим страхом трудно так смириться мне. Я надеюсь, пытаюсь, что смерть не конец. Боюсь за маму, за батю, боюсь, что времени хватит, чтобы запомнить, понять и решить, что в жизни важно. Боюсь за бабушку с дедом, что больше к ним не приеду. То, что казалось мне бредом, теперь пугает мне страшно. Страшно где-то внутри, сам себе хоть не ври. Душа паршиво терзает тревожность. Так мало сделал Кирилл, много дерьма натворил. И не исправить ни ошибок в прошлом. И пока слышно стук за стенкой ребер, время не победить, и я умру в борьбе. Надеюсь, вместо Тимати апостол Петр при встрече скажет: Welcome to Saint-Tropez. Не забудь о самом главном, загадай желание, задувая свечки. Но наше время безвозвратно, одноразовые человечки. Не забудь о самом главном, загадай желание, задувая свечки. Но наше время безвозвратно, одноразовые человечки. Мы боимся и любим, мечтаем о чуде. Поздно понимаем, все на свете не успеем. Все мы люди, все там будем. Встретимся в Сан-Тропе. Люблю тебя безмерно, горжусь, что у тебя творчество, что у тебя идет, ты создаешь песни, ты даришь миру себя. Ну, этот вот так называемый трек, дорогие подписчики, у моей мамочки был день рождения. Мы его свели пораньше, чтобы успеть на день рождения подарить мамочке. И, собственно, чтоб она кайфанула. Вот. Ну, то есть, мои родные все пораньше слышали. Вот. Ну, и первые записи достаточно тяжело давались. В этом трецке. Вот и все, макшнакнецы. Слушайте дальше, складывайте свои впечатления, послушайте без меня. Подумайте, думайте. Вот, покайфуйте, подумайте. И нормально, чтобы у вас все было в жизни хорошо.